А давайте приготовим вкусный летний салат за 2 минуты. Для начала нарезаем зелень, зеленый лук и укроп. Нарезанную зелень перекладываем в салатник и добавляем соль. А теперь толкушкой хорошо помнем, чтобы выделился сок. Далее нарезаем огурец и добавляем в салатник. Вареные яйца нарежем кубиком и добавляем в салатник. Заправляем салат растительным маслом и можно подавать на стол. Быстро, просто, вкусно и полезно. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения!